Стоит только Аню оставить одну ненадолго, она начинает заниматься какой-нибудь ерундой. Что это за аплодисменты? Это не аплодисменты, я занята чрезвычайно важным делом, я ловлю комаров. Зачем? Потому что вирус Зика достиг уже Европы. Зика, подожди. Я думал, есть такой бразильский футболист Зика, и сейчас какая-то волна фанатизма в его адрес снова развернулась. Это и есть вирус Зика. Андрей, ты во всем видишь какие-то, знаешь, предпосылки к футболу. Нет, вирус Зика — это очень опасное заболевание. А переносит его комары. Не двигайся. Что? У тебя на лбу комар. Подожди, я его сейчас убью. Подожди, я возьму что-нибудь тяжелее. Нет, не надо! Нет, я лучше умру, чем ты испортишь мне макияж, и я буду умирать с шишкой на лбу. Не надо. А лучше живи. Потому что ради нашего эфира стоит жить. Ведь сегодня мы будем готовиться к Масленице. Ведь следующая неделя масленичная. Ну, по крайней мере, по эстонскому народному календарю. Мы узнаем что-то об очередном участнике конкурса Евролауль, то есть Эйсти Лауль. То есть человек, который, быть может, поедет представлять Эстонию на Евровидении. Если победит на Эйсти Лауль, конечно. Мы узнаем все о киноновинках традиционным нашим гостем Людмилой Гостевой. Ну и, наконец, повар на этой кухне приготовит какое-то восхитительное блюдо с волшебным названием. И этого мы непременно ждем. И еще у нас будет сегодня рубрика «Языковая инспекция», в которой мы внимательно исследуем компьютерный символ «собачка». Собачка. Какая собачка? Собачка. Комары.